Обеспечение теплом социальных объектов и многоквартирных домов Московской области обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, к настоящему моменту на территории муниципалитета теплом обеспечены все социальные объекты, а также 1796 из 1800 многоквартирных домов. В этом году отопительный сезон в регионе стартовал намного раньше – 13 сентября.